мне кажется, что за несколько лет участия Украины на Евровидении она всегда была показана достаточно легкомысленно. Простите меня за это слово. Украинцы действительно очень веселый народ, но не только. Я поняла, что у меня есть песня. Это моя история. Это история моей семьи. От рассказов моей прабабушки Назылхан 18 мая 1944 года, когда она со своими маленькими детьми была депортирована из села Малореченское в Среднюю Азию. Как она потеряла свою дочь. И не было даже возможности ее похоронить. Только персональные истории, которые касаются тебя, только они могут тронуть. Don't swallow my soul. How sweet.